До окончания летних каникул осталось чуть больше недели. Возвращение школьников на учебу традиционно один из самых опасных периодов. Именно в это время количество ДТП с участием детей заметно увеличивается. Чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия, сотрудники Копейской ГИБДД проводят профилактическую операцию «Внимание, дети!». Конечно же, мы обращаем внимание всех участников дорожного движения, в том числе и водителей, о том, что на дорогах нужно быть осторожнее. Детей в городе становится много, дети очень порой сами, заигравшись где-то по невнимательности, создают аварийные ситуации. Поэтому нужно снижать скорость вблизи пешеходных переходов в местах возможного появления детей. Особое внимание инспекторы будут обращать на перевозку детей. Важно отметить, что за лето правила поменялись. Теперь ребенка до 7 лет можно перевозить только в автокресле. Иные удерживающие устройства больше не разрешены. Дети от 7 до 11 лет на заднем сидении могут быть просто пристегнуты ремнем безопасности, а на переднем обязательно находиться в автокресле. Кроме того, сейчас в правилах прописано, что детское удерживающее устройство должно быть установлено в автомобиле в соответствии с инструкцией по эксплуатации детского удерживающего устройства. То есть кресло должно не просто стоять в машине, да, либо там каким-то образом быть пристегнуто, либо прикреплено, а оно должно быть прикреплено в соответствии с инструкцией и техническими требованиями, потому что очень часто кресло в автомобиле находится, установлено, но не прикреплено, и, конечно, ни о какой безопасности речи быть не может. Операция «Внимание, дети!» продлится до 10 сентября. За это время сотрудники ГИБДД проведут целый ряд профилактических мероприятий, среди которых рейды, проверки и беседы.